команды будут пухать в этот матч. Будут ли открываться, будут ли длины на 6 групп, 4 команды в каждой из групп. А в 1/8 финала автоматически выходили по 2 лучшие команды из каждой из групп. И еще 4, немножко повезло, заняли они первое место. Хотя посмотрим, по итогам сегодня турнир. Обыграла Новую Зеландию 3-0. Махсталиев, Сергеев и Турапов авторы голов. И узбеков. Попытка перевести мяч на левый. Ну вот то, что... Ну, пока, я думаю, и те болельщики, и той сборной могут быть в целом недовольны. И так можно еще одну желтую карточку грекам заработать. Аккуратнее нужно. Мяч сохранить для греков, но неудача. Защитника из Паока. Незаменимый. Мяч по-прежнему в игре. Как-то все остановились, не понимая, что происходит. Ноль-ноль по-прежнему, середина тайма. Ну, посмотрим. Но забитые мячи были. В Москве Португалия, Гана, Хорватия, Чили. И в 22 часа по Москве Колумбия, Южная Корея и Ирак. Вот такие. Узбекистан в синий. И команда Греции пытается. Получится? Нет, нет. Ну и нарушение правил. Не прав. В этом эпизоде Триантафилопулос. По-прежнему 1-1 у нас. 1-0 Мексика обыгрывает Испанию. Нарушение правил. Быстро разыграли узбеки. Но 1-1 пройти соперника не удается. Правда, сборная. Сборная Узбекистана. Диамант Акас был в центре внимания. Попытка забросить мяч в чужой штрафной. Не самая удачная. Плюс Бакасетес появились. Ну, команда. Активнее, активнее. Нужно сразу вступать в отбор. Делал 15-й номер греческой сборной, имевший к тому моменту уже одну желтую карточку. Ну и в итоге... Времени остается не так много. Нарушение правил. Сабирхаджаев зацепил соперника в этой борьбе, в этом эпизоде. Я в матче Испания-Мексика. Две минуты.